Первое замечание спортсмена в синей куртке из Анатолия. Бал спортсмена в красной куртке. Еще бал. Предупреждение спортсмену в синей куртке за пассивную защиту. Бал спортсмену в красной куртке. После этой встречи готовится 82 килограмма дивизион бегина. Щербицкий Олег. Жирносек назад. Я накидываю больше, накидывай. Вот отсюда, да. Накидывай, Илья, накидывай, накидывай. Вышел, ёпту. Ногами. На свой ногами ходишь, Илья, ходишь. О! О, хорошо. 4 балла с спортсмена в красную куртку. И болевой пошел. Все, есть болевой. Читать болевой прием. Она ваучер новый, но она же верит. Кафе бурлашка. Стойка. Еще один балл. Илья, начинай первый. Первый, первый, Илья. Ищи, 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 ищи. Ищи, 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 ищи. Ну вышел, ёб твою мать. Балл. Осталось 2 минуты поединка. Первый поработай. Ищи, ищи. Все, хорош. 4 балла, остались встречи. Явно преимущественно победу одержал спортсмен в красной куртке Жанин Спидоров.
чемпионом Кубка Республики Беларусь.